Израильская военно-промышленная компания Meteor Aerospace создала в Азербайджане совместное предприятие с Caspian Shipbuilding Company. Об этом пишет израильское издание Israel Defense. Согласно информации, совместное предприятие создано в целях обеспечения национальных интересов Азербайджана и поиска передовых решений в оборонной сфере. В сообщении Meteor Aerospace говорится, что для расширения сотрудничества в этой сфере в Азербайджане создано совместное предприятие Caspian Meteor. Бакинский судостроительный завод совместно с израильскими компаниями уже начало строительство военных кораблей. Meteor Aerospace известна тем, что разработала широкий спектр систем защиты, включая большие беспилотники с максимальной взлетной массой 1400 кг. Быстроходное пилотируемое беспилотное судно с максимальной скоростью 60 узлов. Беспилотный наземный автомобиль дальнего действия с электрическим приводом. Высокоточные ударные ракеты с большой дальностью баражирования и возможностью нанесения тяжелых ударов на большие расстояния. Компания была основана в 2013 году Ицхаком Ниссаном. Ранее он был генеральным директором и президентом Израиля Aerospace Industries. У него более 30 лет опыта на израильском и международном оборонном аэрокосмическом рынках. В частности, Ицхак Ниссан руководил созданием, разработкой и реализацией основных систем, в том числе атакующих и оборонительных ракет, самолетов, спутников, перехватчиков баллистических ракет и радаров.